Одно из самых перспективных предприятий республики компания «Хиагда» отмечает в эти дни 20 лет со дня своего основания. В торжественных мероприятиях по случаю юбилея принял участие генеральный директор уранового холдинга «Атомредмедзолото» Владимир Верховцев. Он вручил руководителю предприятия Александру Глотову поздравительный адрес от главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. А лучшие сотрудники «Хиагды», добившиеся особых производственных успехов, были отмечены отраслевыми наградами. Также в ходе визита глава «Атомредмедзолото» посетил производственную площадку и осмотрел основные подразделения предприятия. Владимир Верховцев ознакомился с ходом внедрения системы «Росатом», направленной на рост производительности и улучшение качества производимой продукции. Напомню, «Хиагда» входит в состав уранового холдинга и ведет деятельность в Баунтинском и Венкийском районе Республики Бурятия, осваивая урановое месторождение Хиагдинского рудного поля. Сегодня предприятие находится на этапе строительства производственных объектов. Выход на проектную мощность 1000 тонн урана в год намечен на 2019 год.